Минчане побежали уже свою контратаку. Александр Коголев тоже недалеко убежал. А здесь выход один на один. Корбан Найт 1-0. Корбан Найт 1-0. Идеально все сделал нападающий Барыса. Раскачал и под перекладину. Но видите, череда потерь. На самом деле сначала потерял шайбу Старченко. И была контратака Динамо. Потеря динамовцев вот здесь, на рубеже синей линии, это ключевой момент. Сразу же на Корбана Найта. Найт успел оглянуться, посмотреть, не бежит ли кто, а никто и не бежит за ним, во всяком случае, поблизости. Результативная передача у Линуса Виделя. Ну а Корбан Найт автор заброшенной шайбы. Первый в этом матче. Красивый гол.